Всех приветствую. В работе у меня автомобиль Nissan Patrol. Буду делать ТО. И, в принципе, займу немного вашего времени. Покажу вам оригинальный ниссановский воздушный фильтр. Ценник у него достаточно крепкий. И огорчает в этом деле следующий факт, что на данном фильтре нет никаких обозначений, кто его производитель. Вот это, конечно, нонсенс. Брал его у дилера, поэтому это 300% оригинальный фильтр. И ценник на него идет 2700 рублей. Где тут у нас? О, Калина Авто. 2700 рублей за фильтр, на котором абсолютно нигде не сказано, что это за фильтр, кто его производитель и с чем его едят. То есть берем тойотовский фильтр, который стоит в два раза дешевле, да, ну, практически в два раза дешевле. И видим, что его хотя бы делает Денса, что говорит о его очень неплохом качестве. Но ниссановская тема, конечно, что-то меня удивило. Если у кого-то есть какие-то мысли на эту тему, давайте пишите. Может быть, кто-то есть представитель дилеров, и ребята подскажут, кто это все делает, откуда все это везут, и почему у него такой неаргументированно завышенный ценовой диапазон. Благодарю всех за внимание, друзья, всем желаю удачи.